Участники всероссийского автопробега к 90-летию ДСААФ продолжают ездить по Крыму. Их встретили в Симферопольском районе у мемориального комплекса «Концлагерь Красный». На месте трагедии они возложили цветы и помолились. Спасибо большое, что они приехали на крымскую землю, прошли путь 12 тысяч километров, и гости сегодня оказались на территории нашего Симферопольского района, который действительно славен и партизанским движением, воспитанники которого также были и проходили школу ДСААФ, и многими другими достопримечательностями. Это очень значимый автопробег 90-летию ДСААФ, потому что принимают казачье общество в этом участие и сопровождают икону Покрова Пресвятой Богородицы по всему маршруту. Нам честь участвовать в этом автопробеге. Участники автопробега взяли с территории мемориального комплекса землю, и они собирают ее с наиболее значимых священных и памятных мест России. Там, где по преданию крестился святой князь Владимир, креститель Руси, там рядом с памятником будет уже сейчас установлен камень, в основание которого будет возложено торжественным образом юнормейцами эта земля, и будет установлена памятная табличка, где, откуда эта земля была привезена